Русские хоккеисты в последнем матче домашней серии одержали победу над челябинской командой. Впереди у наших хоккеистов три выездных матча, после которого у «Ариады» небольшой перерыв. Три домашних матча, две победы и поражение. Таков краткий итог последней недели для волжской «Ариады». Приплюсовать к этому две победы в последнем выездном турне. Как видим, дела у наших хоккеистов идут вроде как хорошо. Однако «Ариада Кпарс» никак не может вылезти, нет, не из подвала турнирной таблицы. В этом плане все нормально. Но не забываем, что в плей-офф выходят только 16 команд. И постоянное балансирование у роковой черты нервирует болельщиков волжского хоккея. Но с другой стороны, до плей-офф еще далеко. Да и, как мы не раз говорили, плотность результатов верхней части турнирной таблицы такова, что даже одна победа или поражение меняет расстановку сил. Так было и крайний раз. «Ариада» встречалась с челябинским «Челметом», той самой командой, которая еще в прошлом сезоне называлась «Мечел». Однако смена названия на игровых результатах особо не сказывается. Если волжане балансируют на линии попадания в плей-офф, то челябинцы находятся за ней. Игра напоминала качели. Ровно половину встречи хоккеисты «Ариады» были в догоняющих. Сначала подопечный Ильнура Гизатуллина, пропустив в середине первого периода, сравнивает счет к его концовке. Второй отрезок игры. И история повторяется. Гости выходят вперед, и опять нашим надо отыгрываться. Видимо, игра в качели волжанам надоела. «Ариада» выходит вперед и закрепляет успех в третьей 20-минутке. Герои встречи, конечно, в первую очередь 19-летний вратарь «Ариады» Андрей Литвинов, отразивший 29 бросков из 31. И авторы шайб Аслан Раисов, Андрей Писарев и Денис Фахрудинов, на счету которого дубль. По самоотдаче, по отношению, что ли, конечно, нет претензий к команде. Ошибки, но ошибки они, видите, из-за неопытности игроков некоторых, некому завершении там вот такие моменты, нет такого вот мастерства, что ли, чтобы там вот штангу попали. Конечно, старались. Хочу сказать, что недоволен результатом, недоволен игрой. Причины ясны. Думаю, разберемся. Как говорят, надо переспать с этой проблемой. Пришлось кое-кого освободить из команды. После 19 игр чемпионата высшей хоккейной лиги «Ариада» на 13 месте турнирной таблицы. Впереди выездные матчи с «Зауралье», «Рубином» и «Спутником». Следующий домашний матч 19 декабря после небольшого перерыва.